Друзья, я рад приветствовать вас на своем канале, и в сегодняшнем видео я буду делать поделку-самоделку, которая вызовет у вас на лице улыбку. Она, я думаю, понравится и вам, и вашим детям, и вообще всей вашей семье. Изготавливать мою поделку будем вот из такой сосновой доски, купил в строительном магазине. Когда покупал, толщина ее была 25 мм, сейчас она полежала, высохла и стала где-то 22 мм. Но мне это не столь важно, все равно ее будем пилить, строгать, фуговать. Итак, для начала, чтобы было удобнее работать с этой доской, мы ее разрежем пополам. Так как мастерская у меня небольшая, мне будет намного удобнее работать с короткими заготовками. При помощи аналога угольника Свенсона, который я приобрел на Алиэкспрессе, размечаю. Очень удобная вещь, кстати, ссылочку оставлю под видео. После фуговки рисмусовки у нас получились вот такие вот дощечки. С ними мы и будем работать.